Гестхаус Ю Казанского собора. Ссылка на бронирование в описании к видео. Гостевой дом у Казанского собора удобно расположен в центре Санкт-Петербурга, в центральном районе, в 400 метрах от Государственного русского музея и в 5 минутах ходьбы от храма Спаса на Крови. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. До Дворцовой площади можно дойти за 8 минут. Все номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном. Прогулка от гостевого дома у Казанского собора до Эрмитажа занимает 10 минут. Центральный район – отличный выбор, если вам интересны музеи, культура и архитектура. Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам. Расположение этого варианта – одно из лучших в Санкт-Петербурге. Гости довольны им больше, чем расположением других вариантов в этом районе. Парам особенно нравится расположение. Они оценили проживание в этом районе для поездки вдвоем на 10.